Да, тут, ну, Ты висит занимаешься? загрузка. Уже спан ты зайдешь? Сейчас он джеспан заходит, сразу запускаю. Да. Теперь баф утираю. Четвертый трай. Бросить ледяную скорбь и трой, третий трай из-за глупости. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через это. А если Ваня упадет на второй фазе, или сталк, все правильно, поднимай сразу. Если даже не команда. Другие друиды не поднимайте. Хорошо среагировал, когда один человек только умер. Они как тут раз на третьей фазе 4. А, я не расслышал, кто первый поднимает? Не ты. Я. Так. Давайте рост. ДД перебежали. Ладно, секунда. Ла. ДД перебежали. Великий ловушка. Потом чума будет. Разу. Разбавь. Ловушка. РДД ловушка. Прошарк еще влазит внимательно. Звездопады потом прожмите. ДД-ловушка. Давай, тарелку, таунт. Тарелку, таунт. Пизда. Шок, пизда, забери. Диспель клота. Пинеры по машульке и бафы. Вступление с моба. Мелики, мелики. Мелики, ловушка. Проводи трэш дальше. Тали в звездочку еще 5%. Жить. Резидента сахильте. Там уже преданность не был и... Короче, капли. Проводи трэш, встали в звездочку, дремчи в каплю на Белина, Апис, выноси метку. Диспел Аписа. На трэше, на звезде. Забери звездочку с рейда. На звезде чума. Перебежали мини-зона. Ого, хпшный берсахиль делал. Звезду под... Все, отлично. Вот, а давай гимноману. Каску прям шуленький. Главное, заметить дух. Каску шаману. Каску по шаману. Рейндж все набрали. Дополнительный урон почему-то получаете. Так, вот это чума в рейде гуляет. Круто ей. Элоран, давай гимноману. Играйте во второго духа. Кто сорвал игру? Зайду. Понял уже. Блин, договоритесь там напуливать по очереди просто. У вас три напула, это же вообще дофига. Ладно, накину тогда тем, кто умер. А... Ты мне накинь, сам сорвали с меня. Потом вы узнаете, кто это был. А кто это сорвал?
Кто больше всех домашь, тот сорвал, наверное. Не факт. Там какой может зайти потанчить вместо меня, просто офнес. Лучше меня танчить. Не. Да вон, фокус пускай на кота заходит, ты АДК, а я потанчу зайду. И будет АДК. Понимаете, не в этом проблема. Проблема в этих ДД, у которых нет мозгов, посмотреть в агролист, нажать escape по боссу. Это ж не ваша проблема. Да, может напулили плохо и прожал ЛП лишний раз. Наверное, можно еще и в этот агролист посмотреть. Не рвать агро, как тупой еблан. Ну да, могли бы посливать вурдалаков, например, вместо того, чтобы духа срывать. И нападает человек опять. Как вы играете? Это ж можно вот, ты стоишь протопалом, да, с этими мобами. Они уже на тебе, их никто не сорвет. Второй шаркающий вылазит. Секунды две, наверное. За это время можно выделить его таргет. Прожать хотя бы щит мстителя на него. Когда он уже полностью вылез, дать два таунта. Вот там вот, если шарк очень возле меча стоит с мелизоны. Секунд 4, наверное, на все это есть. Или 5. Представляете, ребята? 5 секунд. Может, его кто-то хуярит специально, шаркаря этого, доты какие-то кидает, что он сразу на рейд идет. Машулечка, да, хилит очень сильно рейд и... Килла убивает. Наверное, надо ее не хилить. Ванин готов? Сейчас Джерин сдет на ВДК, а Ваня АДК им убил, да? А Рос есть? Я тебе говорю, давай я забрибыли наконец. Хваленые силы света. Где ты нормального кота найдешь? Вон небес. Я говорю, нормального кота где найдешь? А я что, нормальный? Вон нормальный кот на эрдру сидит. Чё, ладно, сейчас если вайпимся из-за агро, Джерин заходит обратно на ДК. Из меча его оставим. Кто-то специально вайпится, да? Две роги есть, хант есть, будь нормальный. Какой еще наполнено? Ты протопал, вот ты неправильно занял позицию, вдруг на тебя ловушка кинется, ты еще дальше будешь отбегать. Я это вот, ну, только сейчас заметил. Тебе надо было стоять в мелизоне пока. Повезло. Чума, одна секунда. Машулечка, выноси. РДД, ловушка, перебежали. Айпик, эскин. Чего? РДД опять перебежали. Стал. Ловушка. Одна на мелика. Первого. Жали звездочку. Проведи, Вань. Где он звезду? Кухой. Да. Каркущий. Звездочку встали быстро. Отлично. Убежали в звезду обратно. Многоходовочка, да? Видели?
Белин. Белина диспель. Дримчиф капля на Белина. И Белина. О, Дримчифа тоже хильти сейчас капля на нем будет. Милики ловушку перебежали. Дримчифа хильти 48% КП. Ладно. На АДК. Капля не помогла. Блин, даже капля не помогает. Там было что, два шаркаря с берсой и с иступлением, да? Один с дабл берсой. Второй. И один обычный. Опять не повезло. Давай, Джирин, заходи. ДК. С тобой у нас шансы повысятся. И да, и на пула больше будет меньше срывать, наверное. Так, это какой трай уже? 4 трая было, да, или 5? 5 трая. 2 трая из-за срыва агро. 2 трая из-за протопала, или 3 трая уже. Олег, сейчас я быстро ловлюсь. Первый трай, по-моему, там танк падал. Ну да. В первом трае Ваня упал 2 раза. Ни в чем сорвал агро и минус 5 сразу на переходке. Маны нету, хули пала, чтобы хилить. Иннеры вы не можете давать. Гимн на ману тоже спеть не можете. Поэтому мог хилить. И так вот. 6 пистов гимн на ману не могут давать. Да. Ну ты же пытку не видел от них. Я вообще ничего не видел, блять, вальки летели очень быстро. Не знаю, постоянно как пытку вальки. Нормально летели вальки, кроме второй волны, потому что все разбегались. Но тогда тоже всех слили, успели. Не, ну ладно, у нас два трая просто не повезло с двойной берсой. Ладно. О, смотрите, а тут у трона всегда сундук этот стоял. Вот у Лича. Да, там всегда стоял вот новый уже. Кушайте рыбу. Смотрите. Ну, давай, шкаф. За троном, который, да? Да, да. Ну тури, нифига себе. Смотри, какие. Да, да. Ого, это, по-моему, скатерится кто уже. Чек. Дайте бафы, падыка. Давайте бафы. Подтверждайте на готовность, я запускаю. Блин, готов? Каску еще. Да. Ну, разбафайте, машулечка готова. Бафы, бафы. Разбафы, все, быстрее начнем, быстрее бьем. Что поделать, если реакция такая у людей? Мне никак уже не научить. Чипет. Кламонь. Встал на рыбу лапами. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Хочешь временную войну? Давай. Ваня, спекайся в ДД. Ваня. ДД-шмотки надень, Ваня. Ваня, ты ДД. Быстрее. А можно их 3 танка твои. Поняли. Если он пойдет, сразу заберет, да? И да. Спекайся, сходите нафиг. Капли по кругу. Опять, блин, опять та же ошибка. Говорил ему до пизды. Вот на него как раз кидается ловушка. Беги, это. Уходи, уходи. Выходим. Пизда, как вы заебали. Сука, давно не матерился, но, блядь, такой хуйни недавно не видел. Пиздец. Охуеть. Я Джерин виноват. Мы охуевшись с такого трая, блин, молодец. Ты вообще видишь, что под тобой находится? Ловушка где? ДБМ у тебя работает?
То, что я говорю, вообще до пизды, походу. Сказал на прошлом трае, Белин, стань мелизоне, потому что на тебя может кинуться ловушка. Сейчас она на тебя не кидалась, потому что повезло. Идет этот трай, Белин также становится, ему до пизды. Я ему опять говорю, Белин, стань быстрее в мелизону. На него кидается ловушка, и он не отбегает. Какой вывод? Вам просто поебать на слова Ирела. Вам просто похуй. Идем дальше. Твой трай, шестой уже. Четыре трая из-за танков. Или пять уже. Пять. Сейчас еще один такой затуп. И кто-то другой будет танчить. Раз уж пошла такая возня, знаете, такое старое выражение. У меня бабушка выражалась так. Нехуй пизду смешить, она и без того смешная. Кто-нибудь такое слышал? Да, да, у меня бабка такую же хуйню говорила. Вообще прикольно. А еще, знаешь, подругу свою встречает, ну, бабку другую. Говорит, ну, баная тетя, как вы постарели, блядь. Когда подростками были, ну, уже как бы, типа, ну, в половом созревании нормально все дела пошли, так бабка такая у нас еще горела, да, бачили бы ту пизду, типа, бежали бы нахуй от нее. Чё вы такие ушёлые? Рэнди 18 слоупоков, а вы там, короче, ржёте, рассказываете что-то про пизду. Вам короче, надо, блин... Олег, слышишь? Вам да надо, короче, не знаю, ребята, удалять эту игру и не играть. Это просто пиздец. Удали игру и не играй, чё ты это... О, да. Я отойду в туалет 2 минуты. Шо, про пизду вспомнил, так сразу в туалет пошёл. Тебя дверь он разнервничал, в такой туалет пошёл? Да хуй знает, Поклонский зайдешь, если хочешь, потанчи. Мы с тебя не глом. Вместо Белина потом, если он опять будет слакать. Да, вот у меня интернет отвалился, я через телефон сижу. Блин, а как ты замешна? Нет, я зайти-то зайду, я телефон к компу подрубил. Где? Давай, типа кабафаемся. Хагера 2 минуты когда? Это был слишком быстрый вайв, да? Не-не, мы слишком быстро бафнулись просто. Надо еще побафаться. Ну это не серьезно, когда что-то вам говорят, через 5 минут вы этого не делаете, опять это пиздец, как это бомбит. Это еще и говорить потом, да-да, я понял тебя. Я буду это делать. Надо повышать квалификацию, да? Надо, ну, разряды придумать, сдавать экзамен на танк. У нас раньше была самая сложная фаза, это вторая. То есть мы молились, чтобы там лого кого-то кинуло, осквернение на кого-то кинулось, там на Крауда, например, на меня, там, когда я выношу. А сейчас первая. Жить бы до второй фазы там. Мы помолимся на Берсу. Там еще что-то на ловушке. Это же так сложно. Кристалк, ты где? А, на Трисю ждем. Да там не хп есть нужно, там правила двух мобов нужно исполнять. Шаркарей убивать, чтобы... Ну, мобов надо исполнять. Не, ну Джерри он знает, он тоже читал это комментарии парагонов. Если танчить кучу мобов забирать, то, блядь, пиздец. Я уже заебался это все рассказывать. Это никто не понимает. Ну, блядь, кроме меня. Шаркарь вообще, типа, ну, типа, если это анбаф, то, типа, шаркарей вообще остается 10 секунд до третьего, уже у тебя не должно быть шаркарей. Но Белин неправильно танчит. Сколько можно рассказывать, я не знаю. Миллион раз. Надо два моба и шаркаря держать. Все. Два моба и шаркаря. Больше тебе ничего не надо. Ваня, ты готов? Ваня.
Надо это убивать как-то быстрее, потому что я досмотрю рецепты копчения, что-то само захотелось пойти рыбу покоптить, надо замариновать, так что давайте. Неужели прибыли наконец? Мы вообще-то тебя ждали, а он тут видео смотрит. Коптили уже, заезжай. Я копчу, занимаюсь горячим. Щепки засыпаем. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. С ёлки. Сейчас так расслужил, прошёл, ёлка есть. Не спал. Не спал, попался он. А это он просто так бегает. Да, так флори. Не заметил? О, пацаны убили с пунктами. Раз. Курица. Скорее всего, с этим, с кирцелом. Где? Кирцел. Нокдаун. Сауроныч. Вот он. Вот его Ловойд расстроил. Он ли нос длиннее. А тот расстроил Ловойда. У него шаман еще гидли, знаешь. У него шаман. Гидли. Ловушка, РДД, перебежали. Каркующий. Блять, сука! Ложимся. Ну ёбаный бот, почему ты не можешь стаунтить этого ёбаного моба? Пиздец. Он таунтит лича, он таунтит лича, он занят личом. Занят после личом. Ловушки. Бежишь к мобу. Куча разных скиллов можно прожать на него. Блять, ну я охуевший просто с этого. Я смотрел и видел, как он идет на Атомска, убивает его. Может быть, Атом спрыгнул медведя и стаунтил его. Я просто охуел. Вы поняли, лич был стаунтен с ДК два раза. Вот, вот чем занимался Белина. Можете посмотреть по рекаунту. Вот чем занимался. Он не шарк еще таунтил, он с меня лича таунтил. Раз, потом второй раз. Вообще красавчик. Давай еще раз попробуем. Может, не надо? Надо, надо. Попозоримся здесь. Не мувик идет. Кто такой смена тарги? Потом, блядь, через 10 лет будешь открывать мувик, включаешь анбав, блядь, 21, 22, блядь. И будешь смотреть это со слезами. А, согласен, мы. Слишком сильно напираем на человека. А это уже просто нервы. Да, он уже устал, 3 часа прошло. 3,5. Ладно, там зайти, там буду. Поэтому он выбирает таргет, включает таунтит, а не шаркаря. Давай, Билин, смотри. А, с пула ты становишься в мини-зоне. Можешь не бить лича там, не знаю, просто постоять. Дается ловушка, ну, допустим, на мили-зону. Одновременно с этим выходит шаркающий. В это время ты убегаешь с ловушки не в мили-зону, не в мили-зону. Бежишь к шаркающему, при этом стараясь выделить его таргет, ну, выбрать его в цель. Выбрал, у тебя появилась под моделькой красный кружок, это фрейм. Туда надо забежать. Прожать лужу, можно прожать щит мстителя, правосудие. Можно прожать тогда и таунт. Ему будет на тебе. А потом уже точечно можно забирать двух мелких мобов. И следить за ловушками и за дистанцией РДД зоны и мили зоны. Как ты танчишь, играешь рядом с ними или нет. Вот и все. Это как надо согреть большого парка еще. Вот. Не забывай, что там надо менять цели. Чтобы посмотреть, что ты выделил, надо посмотреть на окошко цели. Вдруг это лич, вордалак, атомск, певчий. А тебе надо шаркающий ужас. Вот. Странно, что мы об этом говорим на анбафе. 10 обычки на плечи. Все, минутка агрессии прошла.
Гера, КД 2 минуты. Билли, надеюсь, ты слышал, что я говорил про Шаркучина, да? Ваня, ты готов? Кто я? Да. Бежали. Запускаем заново. Это за танцы народов мира. Танцы народов мира. Значит, давно меня не бомбило, наверное, месяца два так. Три. Сильно. Более быструю, чем ты заслуживаешь. Можно сейчас зайти? Войск с пула дам, чтобы больше ДПС набить. Или там, не знаю, кралька вылетит, улетит на ловушке и скажет, я залогал. Я залогал. Сейчас такой должен быть рай. Или там. Он убил ПС, это не я. Она сама убила меня. А Трича такой, то я виноват, дай мне ЕП. КТ. ЕП давайте, я не спорю. Ладно, погнали дальше. Ну ладно, с кем не бывает. Мне кажется, на Морелла надо просто поменять и все. Смотрим ловушку. Шаркающий, РДД ловушка, шаркающий вылазит посередине рейда. Атомск чума. Перекинулась на Белина. Чумы нет. РДД перебежали. Неправильно выносил чуму. РДД ловушка. Атомск опять. Милики ближе. Ну надо, РДД перебежали, милики проводи дальше. Шаркующий. Заберись них чума мелких. Где шаркующий? Второй нету шаркующего. Милики, ловушка. Ну, вижу. Прожимай срезку, наверное, уже. Хули. 8% до переходочки, друзья мои. Милики, ловушка. РДД, стоим пока, стоим. Дрим... Резидента, сдавай каплю на Белина. Далеко от Вилтрэш, наверное. Дримчифа захильте, Атомска захильте. 4%. Вижу, вижу. После ловушки на... Блин, блядь, блин, ловушка. Перебежали в звездочку. Эларан выносить просто. Диспелли Эларана не добежит. Встали в звездочку. После ловушки все на край идем. Конечно. РДД ловушка. Милики, осторожно. Видите, где звездочка? Проходите через звезду. Забирай... Не забирай ничего уже. Не надо. Падаем. Еще разок. ДПС не хватило. Вылез третий. И он увидел, что там два шаркающих. Охуел сам. Приказал тем шаркающим прожать Брюсо и убить Белина. Вот из сказки конец. Дайте 3 хп, это он виноват. Снова я не захилила танк. Блин. Не пошестило. Мне кажется, что кролюк уже не достоин ходить в анбаф. Блин, а есть чего вообще? Да. Если побеждаешь. Я его много раз танчил в отпеге. Бывает, тогда затанчил, сейчас не танчится что-то. У меня сейчас не релится что-то, видишь? Нет, тогда Animal, по-моему, танчил. Да, Animal танчил. Я с Белином тоже танчила даже. А он баф, ты как-то чё? А, тьфу, ё-моё. Я думала, просто про Гера.
Поклонский, заходи на протопалы, ты тут еще? Вообще у Хурипала второй по ХПС на первой фазе, это пиздец, говно. Кто еще, кто хочет усыпить Белину, а чьего там, на ДК он заходил? Кто не уступал? А, я могу уступить? А, нет, не могу. Ну там, если Поклонский будет кем-то, не знаю, кем он там на чьих позашел. Поклонский, заходи. Паладином. Офница паладином, Ваня уступит Белину Ачилку. Вот и все. Заходи, протопалом Поклонский. Я смогу зайти на рогу. Круто. Поклон, ты красава. Не, давай завтра же зайдешь на рогу. Почему? За этим, во втором инбафе уже пойдем там зайдешь. Да, когда скинем за бабки и пойдем еще раз. Вот, всем скинет бабки. Сиськи скинет, могу. Ты че вообще? Так Джейми. Не, у Джейми бритый, у меня волосатый. Кур Джейми, блять, хотя бы на что-то есть посмотреть, а Войда там что-то скайбаны. Угу. Ну и спецы. Ну че он не умел? Да не, он сказал, ему не надо ачива, если что, просто замените. Опыта мало, сказал. Mm-hmm. Аспект БДК. Ты тут? Не надо никакого БДК. Нет, оставайся в БДК, сейчас надо дать нормальный трай. Поклонскими кеншинами, посмотри, что будет. Первый трай был нормальный, но что-то вот как-то подобосрались там. Ну да. Кто виноват в этом? Там ДД не хватило. Да. Потому что дух. Ну ДД, обычно ДД не хватает, когда 10 человек лежат. Я это слышал где-то. Не, ну там не падало столько людей, ты чё? Минус 5 на переходке, 3 ХРСМ. Блять, так в конце, когда добивали, где-то было минус 6, по-моему. Было минус 7 минимум. И кто-то еще падал от того, что воздух взрывал, вот. Минус 7 это жопа. Минус 7 это... Певчий, который не дамажит, еще считай минус 8. Ну давай посмотрим, какой дамаг кто хоть. Первый из престол, кстати. Прикольно. Так это ты на этом трое первый. Что там по следующему у вас? Нет, позапрошлый трое вообще не... Да я шучу, нормально там дамаж. Я еще у меня есть... Да, из пустой пока первый. Давай возьмем самый супер трай, который был. А, он уже далеко-далеко. Баф и прото поклонский, и будешь трусы станет, ассистить на второй-третьей фазе, капельки кидать. Сейчас, короче, выходит шаркающий, не забирает минус 3 сразу. Ладно, погнали. Не, Поклонский сейчас просто при пуле вылетает и все. Не, при пуле просто шаркающий один раз ударит, он просто лежит. Просто, без способила, просто умирает. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восьмой трай лича. Еще 40 осталось. Ой, да у нас еще целый час есть. Можно... Мы уже час на лече, да? Ты пройдешь через эти мучения. Больше. Не-не, у меня как раз фласка кончилась сейчас. А не, я смотрю, вот пул лича, первый трай 20.50. А сейчас 21.58. Значит, час надлось. О. Сейчас 8 минут. Плохо, ребята. Да будет так. Герои в атаку! Я знаю тебя, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы... Носите чуму в трэш, а не в протопало, чтобы не перекидывалось чума на танка.
Медики ловушка. Вот это в звездочку. Карпку щевыри забирай. Близко. Свата, чума. Где же блинк твой? Нету блинка, скиллованный свата не смог прожать. Чума в ноль ушла. Мелики. Та-да, мелики. ДПСа дофига, скилла нет. Завис. Я завис. Пис. Отбежал. Ловушка. Отбежал. Ловушка. Атомск, чума. Мелики, ловушка. Так, становимся звездочку. Так вот. Второй шарк еще где-то, не вижу где. Мини-зона, наверное. Мини-зона, шарк еще внимательно. Не кривайте. Мелики, ловушка. А, блять, ничего. Это не я. Вот быстро подымая его. Лава на семетку. Пизда-то диспелите. Не выплат, нахуй. Перебежали, ловушка РДД. Резидента скаплено Поклонского. РДД ловушка, перебежали. 3%. Листал чума. Спел его. Дримчиф Ахильте и Дримчиф кидай капли на Поклонского, РД ловушка. Все, давайте на край 1%. Блять, шарк еще вылазит. Верно. Ну заберешь. Не, не надо. Короче, надо, ДМ... ну, пару человек там с маленьким ДПСом поменять. Чтобы этого шарка не было. Бля, да при чем здесь он? Да, они с ДПСили, потому что люди дрочили на трэш, вот Элистер почему-то умирает от трэша мелкого. Раз посмотрим рекаунт, ебанем ДП. Ну, вообще-то там просто бомба разряжается. Все. И он уже идет на тебя этот трэш. Там даже не надо специально его на кого-то кидать эту бомбу дополнительно, помимо лича. Играю за мага, не агро мелких мобов. Пишу бомбу на, только на босса. ГП за трэш — это лог хазрул, потому что он с пепелением хуярит трэш. Вообще красавчик. Чем? Смотрим. С пепелением по вордулаку приспешнику ты набил 149 908 952%. Зачем ты это делал? Давайте линкану, чтобы ты не думал, что я тебя наебал. Жертвенный костер отображается, как испепеляет. Да. Что это такое? Наверное, на УЕшка, да? Так пишется. Да. Вообще не надо на трэш играть. То есть он терял ДПС в лича, чтобы побить трэш, да? Нет, я не терял. Нет, это когда ты в метаморфозе костер прожимаешь, что он считается как испепеление. Ну да. Сват. Самое интересное — это свата мультидотит. Трэш. А Элистер умирает от него. У Элистера лям 800 лича, у свата лям 600. Ну-ка, линканите в лича, сколько урона. Да, линканул лучше. Вата, а чё ты так надамажил, и чё мало? 200к. Элистер. Ну да, надо лича бить, наверное, ребята, чтоб третьего ширкаря не было, а не хуйней страдать. Или давайте я тоже побью растекающим, я буду первый по ДПС. Так, ладно, смотрите. Сейчас игрушки на первой фазе заканчиваются. Я буду кидать гипы людям, которые медленно выносят чуму и выносят его в протопалы, как это делает Атомск, например. Неправильно. Надо выносить чуму в трэш, чтобы она перекидывалась на трэш. Не на протопалы и не уходила в никуда. Выбегать быстрее, диспейлить нормально чуму.
Причем ты ебанул вихрем по чаркающему, тебя убил. Кто аддон перенастраивает? У кого там башка болит? Если ты был скиллованный, ты бы знал, сколько метров действует блинк и на каком расстоянии ты находишься от чаркаря. Это во-первых, а если ты не юзаешь блинк, то становись в метку. Выноси с метки чуму. Тогда надо с этого начинать, что 4 утра, а не писать про блинки, про скиллы там. Ладно. Надо с этого начинать. Вот, шаркающий появляется в мелизоне. Я вот говорю, в мелизоне шаркающий. Не бейте ауе, вихрем не бейте. Умирать ни к чем. Ваня, готов? Ты да, там допускай, если шо. Ватя, нам надо... Я смотрю, мы уже устали здесь. Мы стали меньше дамажить луча. Говорится, давайте сыграем в игру, перевести леща до третьего шаркаря, да? Попробуем это сделать. Душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. Атомс, ты еще очень слабо дамажишь. Лям 200 в леща. Если, чтобы так писать, как ты пишешь, надо быть холипалом первого по хилу на первой фазе. У тебя этого нет. Как бы то, что ты пишешь, до полной сраки. Ты не играешь еще так, чтобы так писать. Да тут никто играет практически. По последней фласке пошла. Твой рост. Надо же думать головой хотя бы. Послакайте, потом обижаетесь на мои слова. Мелики ловушка. Мелики ловушка возле БДК, аккуратно, там не улетите. Ебать. Как вы не улетели? Не переживай. А, да. Письмо. Когда ловушку перебежали. Нелеги ловушка. Пытаемся чему выносить? 3 секунды. Вот и чума. Быстрее выноси. Спел. Продала ловушка. Сейчас РДД забери одного. Так, трой шарк еще вылазит, РДД ловушка, РДД перебежали. Вступление с ромбика, снимаем физифилакс ловушка. Блять. Полойти. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе. Как вейп грустит о музыке. Это наступление, если один хант еще есть? Нету. Я не знаю, что делать, ждать или драйв 2-4. Разул ловушка. Но... Беспроводник. Но 2% 7... один шаг еще можно убить, попробовать. Перебежали, ловушка. Везде дамажим луча быстрее. Шарк еще 3 секунды. Почему-то не будет. Но она могла бы быть, если бы Поклонский забрал больше трэша, например. Ну что, падаем? Чешу. Да, падаем. Разворачивай, блин. Ну, блядь, ДПС надо прибавить, а не падать, хуй знает. Короче, вайп у нас, танк умирает в ловушках, там не таунтит мобов. Надо ДПС больше, причем без ДПС.
внутри. Может, ТДшника зайти на нормальную, которым я больше дам, чем АДК. Вань, ты смотри, ты заходишь на танка, я на рогу. Я рогой был в топе. Я не понимаю, зачем меня поменяли. Да они падали от моего танкования. Ты падали от берлинского танкования. Ты все был в топе, но ты понимаешь, что все шипы теряют дамаг. Если нет АДК, там 5 шипы. Тот дамаг шипы, что они дают, мой дамаг компенсирует. Это просто пиздец. Не может быть, 5 человек не могут дамажить меньше, чем ты один. Ну, посмотри предыдущие траи, где я рогой, и где там все шипы за шипы. Я передамаживаю всех шипы в лича, в вальф. Ну, в лича, чтобы не спиздеть, где-то на миллион точно был. С варом был наравне никчем. У него было 5,8, когда я только сошел на рогу. У меня был 5,5, вот так вот был. Разница, шип и рог. Ну, прибавь еще им 5% ДПС, 7%. Это не будет. Первый проблем. Трай. И за первый трай говорю, не за первый трай. Я говорю там, где я был. Да, мне. Давай мы просто знаем, что больше не было траев на второй фазе. Не было. О чем мы вообще говорим? Мы не можем до нее добраться, да? Мы не можем добраться до третьей фазы хотя бы, чтобы это обсудить, это посмотреть, как это будет. Я же говорю, когда я был рогой, когда там ни в чем сорвал агро, то типа как был дома. Ладно. А символ на снижение КД на спринт у друида, он маленький ведь, правильно? Нет, ты че, там вообще его нету, походу. Не-не, там есть такой точно. Маленький, да. Символ. Надо бы мне его вставить. Порыва. Сокращает время. Короче, можно сделать перерыв пока минут 5. Вы пришли в себя, например. Я за. Давайте думал. Нет, я заебался уже котом хуярить эти кнопки, блядь, все за спину забегать. Ебать, такая хуйня. А чё, а чё, почему я вышел? Садят, чё? Ну, что-то там заслакал, не знаю. Чё, всё, да, АФК можно? Чек, подожди, не, давай шкаф. Ваша проблема в том, что вот идёт первый трай, всё зашибись, никто ничего не замечает. Потом идёт второй трай, третий из-за протопала, который не может забрать трэш, из-за того, что на ловушках улетаем. Потом люди устают. Там появляется третий шаркающий, и умники начинают говорить за какой-то ДПС. Я тут уже час сижу, и Эли, я вот тоже уже устал. Проблема не в ДПС, а просто в вашей внимательности, например. Вот Риси, как я три... Ну, он пишет, суманите, он труп. Видишь, как его суману? А как мне встать? А зачем писать суманите? Знаю. Прожми релот, окажешься на кладбище, и все будет нормально. Давайте еще раз, у трона здесь есть сундук. Короче, давайте, трайш устраним, если херово все будет, пойдем перекурим, 5 минут где-то. Помойте, давайте в себя. Атомс, давай, дамаж больше босса. Дайте дойду на рогу, и все это прекратится про ДПС. Да, тут... Чума будут выносить нормальный, шаркащий будет нормально вылазить, сука. Ставьте, суманите, заебали. И они будут хилить, короче. Сейчас, короче, убьем этого лича, Джерен будет на БДК, вот и упадут два кинжала. Вот это будет весело. Сейчас, подожди, Вань, давай один трай, потом перекурим, а потом подумаем об этом. Принимай сумму. Он мне пока еще не пришел. Приход. А почему он тебе не пришел? Приход еще. Потерялся где-то на. А что ты его потерял? Не надо было терять его. Это не я терял, то вы потеряли. Мы с ним потеряли. Мы тебе его дали, ты потерял его. В сумане? Он же, блядь, не связка ключей, чтобы... Ты, блядь, туманешь или будешь троллить нахуй?
Ты тебя сумонят. Ты релогнешься или нет? Мне сказали же, что тебя забагалось. Саня, релогайся. Напиши лучше еще раз, Саня. Не релогат, а выйти из мира и зайти. Бага, вон Пеппер зашел. Ну, бери Пеппер. Да, вместо меня. Ты пьяный, что ли, Триси? Сколько ты выпил? Релогнись, тебя нельзя сумануть. Четвертый пузырь пошел, сейчас выйду. Блин, а так хотелось первого Трайлича. Сука! Ёбаный ДПС одрочи. Ну вот о чем я говорил в диалоге том. 101 по ДПСу. Тут давайте тыкайте на сум. Вурдалаков больше. Ты еще одного специально не взял. Давайте баб по рейду. Чек на АФК. Где рыба? Вот рыба. Просто не доигрываю на... Вези филаксы тут. Вези филакс. Давайте без него тройнем, хули. Ты... Команды отходить не было, он отошел. Отошел там био, написал 30 секунд. Вот можно, например... Вот идет фаза, и на первой фазе, например, дру не сильно нужен. Он может в этот момент там покастовать это, гнев или звездный огонь. Вы просто, я не знаю, вы просто не используете классно 100%. Вы смотрите, а у меня есть три кнопки. Ну, есть, да, все время кастует. Ты лучше атом. Что, на первой фазе? Тут заражение идет. Заражение отхиливает, ну, должен отхиливать Холи Пау. Короче, я держу омоложение на фориках и на роге, и на коте. Вот. Тебя это устроит? Это мой ДПС. Я тебе говорю, что... Это... Ты не что заражение спасибо. Должно отхиливаться Холи Палом и ДЦ, но Диана не может его отхилить, Дима, я не вижу этого. Я когда за Рогу был, Рога всегда был под 46%. У нас командная игра, я доверяю своим хилам, понятно? Да, понимаю. Я не доверяю на себе этих танков. Вот если бы танк не падал... Чем вы плюсуете на этот анбаф, если вы не можете хилить? Хоть бы сказали, что хули или... таких же джерионов, как ты. В смысле, Крайка нормально хилит? РДД перебежали. Мы спулили уже. Ваня, подходи. Шаркающий. Чума, одна секунда. Атомск. Спел. РДД ловушка. РДД ловушка. Джаз панк. РДД ловушка. Метка спала, не волнуйтесь, без паники. Поставим. Второй шаркающий. Впереди 10 метров на восток. РДД ловушка. Не достаем. Доставай. Пошулечка, выноси чуму. Очень быстро выносишь, я уже две фразы сказал, ты только побежала. РДД ловушка. Было время дать каплю на протопала. Резидента сдает. А, не давай, у тебя 7% хп. Блять. Ресать? Да. Да, ресай. Дримчип, давай ты каплю. РДД ловушка. Звезду встали. Ну, бля, я хуй знаю. Клонский опять у... Ну, блин, что по-клонски. Ладно, идите, переплейте 5 минут. Смотри, резидентус упал от капли. Как это, да, да, я не смотрел сейчас на фрейм, смотрю на фрейм и говорю, каплю дай, у него 7% хп.
потом начинает говорить: остановитесь, как Янукович. Нет, 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 я к тому, что когда его подняли, он снова умер от капли. А, про это. Остановитесь, говорю ему, у тебя 7% хп мысленно. Остановись. Но он дал каплю. Если вы прожимаете каплю, вот когда Бибоп говорит прожимать каплю, всегда прожимаете срезку с ней вниз. Потому что подойдите каплю, вы сдохнете просто так. Прожимал так, уже, потому что весь трэш на мне стоит. Я не знаю, я предлагал варам бить кливом, они не хотят. Я так убираю просто, бить не прожимаю. Забирай весь трэш тупо на себя по-клонски. Да не, не забирает он просто. Супер, пойдем по обратному правилу Джей. Вместо двух мобов забирай абсолютно все. Что вот будет, в любом случае, я всегда так делаю, уже протопал, кстати. И весь трэш на мне получается. Так много. Все, короче, давайте перерыв до 23-25. Делайте чаек, разминку делайте себе. Олег, ты что, ебанулся час 5 минут перерыв делать? В смысле? 26 минут. 22-23-25. Спекайся, Ваня, по его часам у меня уже 23 часа перерыв. Спекайся, Ваня, в БДК. Не, у нас одинаковые часы. Ладно, это шутка. Да я понял, а потом что-то не вдуплил, как заорал. Че, я локом захожу? Эй, каким лором? Спекайся в БДК. Да нахер он. Нахер он. Ходите до 23-25, потом сразу приходите, покурите, пейте чаек, умойтесь. Ты же друг, мне надо этот кинжал. Да, мне надо убийство Лича. Он не уходит. Канал, типа... Я отошла. Знать, как хилить надо. Первый. А, ты ушла. Никто куда перезаходит? Я бафлить не пошел из стабика. А Джерион? Тренёк, ты чё, давай тренём один разочек, чё тут? Поклонски, всё нормально. То есть давай.
Танчить будет один танк, да? Или чай трэш? Да в смысле, нет. Ну так вы ж оба перезашли на ДД. Я еще никогда не заходил. Тоже неплохо, да? Днем одного протокола. Цель только хилить. 23-24, подходите. Ну давай попробуем, я в БДК надо спихнуться. Ну один трайс, что я потом африкам зайду, а то БДКшка. И только в конце, сейчас я тебе скажу, что сделать. А ты не укачал эту парашу, я понял. Тогда ты ничего не сделаешь. Если ты вкачиваешь эту фигню, ну, повелитель рун смерти, там можно без напула держать всех духов полностью. Да, колба прокает, если веером ебашишь, колба прокает, если ядом, ну, наличие больше проков яда и... Колба прокает, если типа идет тик от яда, смертельный яд. Но это все фигня, воля намного лучше. Просто у меня нее нет. Давайте убьем, я уже устал релить это. Гуя порелить, хочешь? Ну давай этот рай сделаем сейчас, а потом будешь релить. Ты зарелишь, как боженька спел. Все чувствую, после того, как его будет релить, там сообщение дня новый герой появится. Там же первое в списке, блин. Не будут проходить неделю. Там сами смените потом. Там 30 еще.